Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Яна, и у нас с вами мукбанг. Всем собирайтесь кушать, приятного аппетита, давайте это делать вместе. Кому не нравятся кабачки, овощи, салат, выключайте сразу. А у меня все одно и то же. Кто меня давно смотрит, тот знает, что летом я очень люблю кабачки. Я их всегда люблю. Но сейчас это особенно проявляется, потому что они недорогие, в свободном доступе и вкусные. Конечно же, сосиски. У меня же ПП. В общем, кабачки просто пожарила кружочками. Не стала заморачиваться. Я так больше всего люблю просто. У меня есть такие листики какого-то там... Ой, вода. Какого-то там салата на букву Г. Или на П. Или на В. Ну, что не важно. Салатик. Огурцы, помидоры, перец болгарский и лук репка. Зеленушечка у меня закончилась. Все. Надо купить. Не надо мне писать там разнообразное меню. Не смотрите. Не смотрите. Зачем я буду есть то, что я не хочу есть? Логично? Логично. Горчичка злая, но все равно хочется ее добавить. У нас жара. Вчера обещали дождик, ливни, грозы. Три капли капнуло, погремело где-то вдалеке, и все. И опять парит. Ну, сегодня на улице хотя бы ветерок есть. Хорошо так, более-менее. Завтра что, 24? Салат со сметаной, я сказала? Устренка. Ядрененько. Ой, очень хорошо. Косаночки уже несколько дней я не снимаю, даже больше уж, наверное. Ну да, сколько со дней. Жарко. На полу лежит. На Дзене. Значит, были такие комментарии. Только ешь, покажи, почему не показываешь, как готовишь, только жрешь, только, а? У меня не кулинарный канал. Я всегда это говорю. Я не снимаю рецепты, не мукбанг. Я ем. Но это не касается вот этих блюд летних. Он под другими роликами там. На ютубе ролики с опозданием выходят. Еще раз повторюсь. На Дзене, наверное, скоро тоже будут с опозданием выходить.
Ну, сейчас лето. Всем, так сказать, не до этого. Поэтому. Не до смотрин моих мукбангов. Ну, не только мои. У меня брат в Анапе сейчас. Говорит, народу уже очень много. Я вот как-то не очень Анапу. Мы были там. Один раз были. Нет, классно. Там мне нравится то, что песочек. И не глубоко для детей. Но мне вот не хватает природы там. То есть там как вот для меня как в пустыне. Нету зелени. Нету вот этого. Нет, есть, конечно, но. Не такая там природа, как мне нравится. Вчера, говорит, были закрыты пляжи. Шторм, ну, штормило. Лава сильно была. Ну, там вчера везде. Там в Сочи шторм был. Что, похоже, сегодня будет общество чистых тарелочек. Злая горчичка. У нас чешется.
Очень объелась, но доем. Доем. Ой. На этом все. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Целовашки, обнимашки, ваши Яны. Пока-пока.